Здравствуйте, вы на канале Уралспецтранс. Добрый день. Мы с Константином хотим вам предложить провести конкурс новогодний. Вы к этому видео ставьте лайки и пишите в комментариях, какие бы вы призы хотели бы получить. Например, там шапочка. Ламборджини. Не в пределах разумного, конечно. Урал, КамАЗ, валенки, шарфик, шапочка. А условия конкурса мы потом объявим чуть попозже. Ты мне так скажешь, ты уже придумала условия или ты так экспромтом? Экспромтом. Вот, а для начала мы бы хотели получить ваше одобрение, ваше желание, что бы вы хотели? Я думаю, все желают. Все желают. Нет, я бы другое спросил вообще. Вот, ну, вот тот вопрос, который мы между друг с другом обсуждали по поводу стрима, либо не стрима. Я бы задал вопрос как раз нашим подписчикам. То есть, да, все предыдущие розыгрыши, они были в формате стрима. Мне кажется вот самому, что такой формат не очень удобен, потому что ну, не всем удобно собраться у компьютера или именно в тот момент, когда проводится стрим. Все-таки мое предложение Ольге провести розыгрыш не в режиме стрима, то есть не в режиме реального времени, тогда будет аудитория гораздо шире, может быть, это будет честней. Вот. Да. Кто как считает, так пишите. То есть, да, тоже пишите. По отзывам посчитаем. То есть можно условия сделать таким образом, что вы нам на электронную почту потом какие-то ответы пришлете, но в зависимости от условий конкурса, и мы уже сделаем розыгрыш как бы, ну, не открытый, без, скажем, как это, без онлайна, да? Ну, в общем, подытожим, да, немножко? В общем, ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях, какой приз вы бы хотели разыграть, и в каком виде? В комментарии пишите, нужен ли стрим. Нет, может быть, разделим. В режиме стрима проводить розыгрыш или не в режиме стрима, вот. А нужен ли стрим, это уже третий вопрос. А, это третий вообще, вопрос, в принципе, стримы на не нужны или нет вообще? Вот мне, я не понимаю, честно. Да? Мне, ну, какая разница, либо мне смотреть ролик ну, в онлайн-режиме, то есть, когда там люди сидят, да, я смотрю его, да? Либо ты я можешь попозже подключиться, потом в записи посмотреть. Нет? Но если я его потом посмотрю запись, это будет запись, это будет не стрим, это будет обычная запись. То есть... Ну и опять же можно же договориться со всеми, какого числа удобнее провести стрим. Может, это будет. А все равно не все смогут, понимаешь? Кто-то в первую работу, кто-то во вторую, кто-то спит с утра до вечера. Ну, кто-то как на я, мобильном телефоне включил, может слушать. Ага, кто-то за рулем едет и на мобильном телефоне может слушать и писать. Написать нет, просто слушать. Ну, в общем, ставьте лайки, вопрос, пишите вам комментарии по поводу того, какие бы вы хотели подарки. Смотри, какая бочка поехала красиво. Получить, да. Да, красавец. Красивая. Да, так, лайки, какие подарки. В общем, я потом, понял из всего. В каком формате провести конкурс и нужен, и четвертое, нужен ли стрим. И еще расскажи лайки. И еще раз лайки. Да. Лайки, лайки. Лайки. Собаки лайки. Лайки, ну, борзые там, гончие. В общем, пишите комментарии, не забывайте. Всем пока. До свидания.